новое поле впервые попал, когда я выступал. И я попал сюда. Я сразу не понял, как лес. Вот просто лес. А потом начали, репетиции. И мне понравилось это место постепенно. И мне это место до сих пор нравится. Алое поле – место, богатое историческими событиями. В начале 19 века это было поле для выпаса скота, поэтому слово «поле» сохранилось в названии до сего времени. Челябинск рос, расширялся. Поле превратилось в торговую площадь с лавками и ларьками. В 1881 году на этом месте была заложена Александровская часовня в память об убиенном народовольцами императоре Александре II. Площадь стала называться Александровской. 22 июня 1907 года на месте недостроенной часовни была заложена Александро-Невская церковь, которая начала действовать как приходской храм с 1911 года. В начале 1980-х годов было принято решение о передаче здания областной филармонии. Это был очень красивый органный зал. Мы ходили на концерты органной музыки, очень нравились. Здесь же не только органные концерты проходили. Здесь филармония, это же был филиал филармонии нашей. То есть здесь были разные концерты и оперные, и ансамбли выступали. Это тоже было такое очень большое событие, именно сходить в органный зал. Очень впечатляла и акустика, и сам орган огромный. В 2014 году орган зазвучал уже в стенах кинотеатра «Родина», куда был перенесен после передачи здания Русской Православной Церкви. После переезда органа в храме Александра Невского начались реставрационные работы для придания ему исторического облика. В январе 2022 года на площади Александро-Невской церкви был открыт памятник царю-освободителю императору Александру II. Площадь неоднократно переименовывалась в последующие годы. В 1924 году, после смерти Владимира Ильича Ленина, площадь получила его имя. Первый камень был заложен 27 января 1924 года в 18 часов 5 минут по местному времени, одновременно с началом траурной церемонии погребения в усыпальницу Ленина в Москве. В 1956 году на Алом поле был открыт Дворец пионеров и школьников, история которого началась еще 28 февраля 1940 года в Центре внешкольного воспитания в небольшом двухэтажном помещении по улице Коммуны. Сейчас, это, конечно, прежде всего развитие ребенка, то есть он тоже с маленького ходит школьного возраста сюда на занятия. В начальной школе я его приводила, забирала, сейчас он уже приходит сам. Как и много лет назад, в стенах дворца живет дух творчества и продолжается преемственность традиций. В детских коллективах и творческих объединениях дворца занимаются около 4000 детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет. Я хорошо помню, как я первый раз попала на Алое поле. Это был третий класс, мне было 9 лет. И нас привезли после принятия в пионеры на торжественный концерт. Нам очень понравилось, конечно. И казалось, что это огромный-огромный дворец, Алое поле, и все такое очень большое и красивое.
Про Орленка, ну, мы писали, естественно, мы воспитывались в идеологическом ключе в определенном, и нам рассказывали историю. Мы были детьми, очень это все впечатляло, конечно. Мы писали сочинение, рисовали его. Были тогда наборы с открытками, выдающиеся места Челябинска. И там всегда была открытка с Орленком, с мавзолеем Ленина. И как-то очень мы прониклись этой историей именно Орленка. У меня до сих пор очень теплые воспоминания об этом памятнике. Орленок – памятник, посвященный комсомольцам-героям Октябрьской революции и гражданской войны на Урале, открыт в 1958 году. Памятник строили всем миром. Молодые челябинцы предложили перевести в монумент широко известную станковую скульптуру Льва Головницкого «Орленок», обобщенный образ героя гражданской войны. Став неотъемлемой художественной достопримечательностью города, памятник вошел в число лучших монументальных произведений советской скульптуры. Памятник стал романтическим символом стойкости, борьбы и победы для молодежи тех лет. В 1986 году, к 250-летию Челябинска, на Алом поле состоялось открытие мемориала в честь пионеров-героев, посвященного юным борцам за свободу Родины. В 1986 году, будучи шестиклассницей, обучаясь в школе номер 45 города Челябинска, мы сюда с классом и со школы приехали на открытие вот этой вот аллеи пионеров-героев. Здесь были представлены все школы, и как бы на этом открытии мы маршировали. Причем интересный такой момент, который запал в память. Середина 80-х годов, период дефицита, а была такая установка, что наша школа должна быть обязательно в куртках красного цвета. И вот я помню, что это тоже была такая интересная подготовка. Все, по-моему, со всех родственников собирали эти куртки красного цвета. Но, тем не менее, мы стояли в нужной экипировке и вот здесь маршировали. На стенах закреплены 12 бронзовых портретов пионеров-героев, выполненных в виде барельефов и облицованных гранитом. Под портретами размещены геральдические элементы, пионерский значок и лента с именем героя. Еще этому предшествовало вообще вот открытие этой аллеи, то, что мы на уроках, ну, наверное, тогда литературы, изучали вот всех этих биографий этих героев, как бы, ну, это советская школа, советские традиции, и, ну, вот свои ощущения я помню, что это было что-то такое очень торжественное, что-то очень такое, ну, патриотичная. Ассоциация у меня с Алым поле, ну вот с деревьями, вот почему-то с белыми цветами, почему-то именно на деревьях, почему-то, ну, весна, птицы, то, что людей так много, что они ходят, смотрят, им все нравится. Вот у меня вот такая ассоциация. Мне тут нравится, тут вот рядом город вроде бы, но он мне как-то возвращает как будто век назад, только вот тут машины только, а так вообще мне кажется, что я как будто век назад попал, деревья, птицы поют, природа, когда лето или весна, кажется, что вот вроде бы детишки будут бегать, играть в догонялки, иногда такое и бывает. Я знаю о памятнике разведчики. Как-то раз я недавно был на экскурсии, и мне так понравилось, то что, оказывается, этот разведчик предотвратил во время Второй мировой войны нападение Японии на СССР. И мне вообще стало, ну, удивительно то, что один человек, ну, вот, спас целый СССР. Оказывается, вот из Челябинска, наш земляк, так сказать, спас много, миллионы людей от гибели. Это выдающийся разведчик, он из города Троицка, совершенно из простой семьи, но у него с детства были удивительные способности именно к языкам. И попав уже именно в школу
ну, тогда это была НКВД и дальше уже служба внешней разведки, он достиг очень выдающихся успехов, которые стали известны только после его смерти. Потому что люди, которые служат этому делу, у них девиз «Во славу Родины, без права на славу». И, соответственно, этот человек очень выдающийся. Ну, Алла, наверное, то, что весной вот там на деревьях цветы белые на деревьях. Может, поэтому мне почему-то так кажется. Название мне почему-то белый цвет напоминает, а не красный. Я не знаю, может быть, здесь есть какой-то подтекст, опять же, связанный вот с этими героями, потому как у каждого из них судьба-то весьма трагичная. И это те, кто погибли в годы Великой Отечественной войны, по крайней мере, вот те, которые за моей спиной находятся. Возможно, поэтому и алое поле, что красный цвет, цвет вот, связанный... Ну, где-то с гибелью, а где-то еще и с победой, и с силой духа. Ну, вообще считалось, что это пролитая кровь здесь была, там, во время революционных действий. Здесь было очень много боев именно между красными и белыми. И с тех времен считалось, что вот это именно поле алое, как воспоминание о пролитой крови. Современное, на первый взгляд, поэтическое название «Алое» площадь получила 1 мая 1920 года. Оно возникло после трагических событий 1905 года, когда казаками была разогнана демонстрация революционно настроенных рабочих. Митинг пытались подавить и в результате ранили людей. Пролитая кровь, поэтому и алое поле. А прилегающая к нему улица Болотная получила новое название «Красная». У меня такое ощущение, что, мне кажется, алое поле, оно было всегда. Настолько это в нашем городе, мне кажется, такое уникальное место в центре города. Вот, пожалуй, так. Есть алые поля не от зари, не от цветов, раскрывшихся пунцово, а от того, что кровь на них горит. Горячая, крутая кровь отцова. Есть алые поля по всей стране. Здесь вдумчивее и строже сердце бьется. Снега лежат пушистые извне. Трава стоит, но алость остается. Передается вновь во все концы волнение октябрьских событий. Порубанные шашками отцы, вы алость вечную полям храните. Ворочается сонная земля. У городов ночами непрестанно гудят, гудят неизлечимо раны. И эти раны — алые поля.